I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a lie. Всем привет, с вами Денисыч. И нам как-то надоело сидеть дома, и мы решили отправиться на часок, на природу, так называемую, к Иртышу. Вот, побудем немного на природе, взять немного еды, покушаем. Мирана побегает заодно, я вам все покажу. Вот, Мирана сидит сзади. Собака. Вот. Такой красивый лес. Сосны вроде это. Ладно. В общем, мы едем. Понимаете, смотрите, АК нас обгоняет. Вот эта машина. Мы едем 60 всего. Мы никуда не торопимся. Потихонечку едем. Рано там спит. Вот. Это у нас Самсоновский мост. But you make my world so bright, feel so right, it feels so right. And how под мостом оказалось очень грязно. Мы не собирались там пачкаться. Поедем в другое место. Вот мы приехали на место. Тут как бы немного снега лежит. Сегодня у нас пятница 13-е. Какой месяц у нас? Апрель. Месяц апрель. До сих пор лежит снег, и даже сегодня он падал. Вот, Мирана будет гулять тут. Мирана, нельзя снег есть. Вот. И сейчас мы пойдем вон до той плиты. Не знаю, видно, не видно. Видно. Пока мы будем идти, Мирана будет бежать за нами. Пусть погуляет немного. Побегает. А, сейчас Мирана пущу и пойдем. Ну, у нас вертолет летит. Мирана, иди гуляй. Гуляй. Пойдем. Тут немного подрастаяло. Поэтому мы в сапогах. Мирана с нами идет. Куда я проваливаюсь? Такие тут маленькие елочки стоят. Мирана села пописать. Во, мы почти подходим к ней. Мирана уже освоилась немного, уже бегает. Я не знаю, что это такое, какая-то баржа, что ли. Полностью плита какая-то большая. Может и корабль. Уже вижу. Это что у нас? Это получается рэп, да? Затон, да. Для кораблей. Вот и корабль. На улице сегодня более-менее тепло. Но утром шел снег, причем снег нормальный, так что Мирана. Вы говорили делать видео подольше, вот я стараюсь снимать побольше, чтобы вы смотрели, что мы тут делаем, как мы с Мираной занимаемся.
Все-таки мы подошли к кораблю. Вот с этой стороны все видно, что это действительно корабль был. Ну, мне кажется, какая-то баржа все-таки. Она полностью прям бетонная, да, получается? Или это металл? Мне кажется, это бетон. Там даже вон стоит лестница. Там кто-то, возможно, и живет даже. Пока здесь был снег. Мы пришли на рэп. Тут мы как-то рыбу ловили, ничего не поймали. Мирана сидит, ждет команды. И интересно побегать. Первый раз она находится в такой, в таком называемом лесу, на поле. И очень интересно, все бегает, повсюду нюхает. Я за ней слежу, ее контролирую, чтобы она ничего попала, не взяла. Вот. Кому нравится такой формат видео, ставьте большие пальцы вверх и пишите в комментариях. Мужик ловил рыбу. Уже лед тает. Вот как видите. А все, рыбаки еще рыбачат. Бесстрашные. Вот. Интересно, он что-нибудь наловил, нет? Наверное, точно вон нюхает там что-то опять. Все, что-то вкусные запахи им не нравятся. Собака увидела рыбака. Собака какая. Он пакетик там болтается. Мусорят все. Вообще бесстрашный. Все, прошел. Ну так, мы маленько обустроились. Сейчас будем кушать. Мирана он грызет деревяшку. Я принес вот такое вот бревнище. Она очень тяжелая. Мирана, блин, грызет. Ей нравится грызть. Ой. Вот, сейчас будем кушать. Фу, устал нести это бревно. Как-то так мы съездили на природу. Немного посидели, покушали. Отдохнули от дома. Вот, сейчас обратно едем домой. Ладно, кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Денис Ачимирана. Всем пока!